Ребята, не летаем на автопилоте. Почему? У вас есть вариант такой. Приварпать в ноль. Кнопки такие на меню. Разгон, варп в ноль, войти там в ворота. Но когда вы варпаете прямо к этим воротам в ноль, сразу в них проваливаетесь и полетели дальше. Потом вышли из ворот с другой стороны. Опять варп в ноль. Прыгнули. Во-первых, это быстро. Ну и во-вторых, безопасно. Потому что, когда летишь на автопилоте, по-моему, сколько там, в 15 километрах ворот. Приварпаешь, и эти 15 километров потом летишь к этим воротам. Успеют и надругаться, получить все дружное удовольствие по кругу и забрать все, что было в тебе вкусненькое. Поэтому автопилот зло, не надо им пользоваться.